Hey, Caesar, the Yay leaving San Piero, right? Right, but they're using bikes, CJ, and they go cross-country. Not right now. I gotta check into some shit. Наркота нас не интересует, абсолютно ни в каком виде. Всем привет, дорогие друзья, рад видеть вас на канале The Best Game, GTA San Andreas, продолжение. Неспешная слежка. Ох, что-то на название мне уже не нравится. Как же хорошо было без них, а? Ну чё начинается-то? Еще начинается. I wonder how your brother's sleeping, curled up next to his shower daddy while you live comfortably on the outside. Че надо вам, уроды? What y'all want this time? Да. Давайте ближе к теме. What we want is to get on with our jobs in peace, without some damn bleeding heart liberal poking his nose into affairs he won't even understand. Press on the arm. Так, what the hell would you know about it, boy? Whoa, easy there, Eddie. Let's not get ahead of ourselves. Some young journalist out there is trying to get a name for himself. He doesn't know how the streets work. That he's supposed to report what he's supposed to report. Yeah, anyway, we need you to shut him up for us. Ну понятно, грохнуть его, то бишь, да? Shut him up too. Yeah, there's some reporter who's digging up dirt on Pulaski. We don't know who's talking, but we know the reporter's meeting him today. Ах, с каким же я удовольствием позабочусь когда-нибудь о вас. Пшел вон. Морда. Припрятал снайперскую винтовку на стройке недалеко отсюда, окей. Да у меня так-то есть снайперская винтовка. Мне бы не хотелось ее менять. Она меня вполне устраивает. Это типа, знаете, типа мосинки какой-то. Ну, а это типа модная такая. Ну ладно, чё, берем. Это часть миссии. Следуй за ним к месту встречи с информатором, затем убей обоих. Так, нам нужно на пой. А-а-а, я не успею, алё! Вот дерьмо. Так, нормально. Нормально, ребят. Сейчас все будет. Сейчас все оформим. Отлично, отлично. Следуй за поездом. Да не вопрос. Вот это буйство. Вот это буйство, ребята. У-ху! Остановите поезд. Срочно остановите поезд. Быстро. Так, сейчас будут смертельные номера. Гайс, смотрите. Так. Аккуратно, аккуратно. Ах ты ж мать! Блин, его даже не за... Нет! Как так? Эй! Эй! Его должно было сбить! Какого хрена, блин? А? Игра читерит. Как он так проехал? Ладно, в любом случае, это было только что наглядное пособие, почему не стоит выезжать на переезд. Если там горит красный. Смотрите, как мы умеем. Прям перед поездом. Интересно, он прибавит скорости из-за того, что мы по нему стрельнули? И еще мне интересно, можно ли было сесть в поезд вместе с нашим другом, за которым мы ведем слежку. Попробуем обогнать его. Блин, он в другую сторону едет. Так, 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 это уже, вот это уже плохо, пацаны. Мы уже вообще никуда не успеваем. Хотя нет, вон он, по-моему. Да, вижу, 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 вижу. Да ешь твою вошь! Садись, садись, дерьмоед! Давай, давай, беги, беги!
Нормально, нормально, успеем. Пацаны, не ссыте. Все будет хорошо. Мы мастеры. Вон он, вон он, вон он. Я вижу этот гребаный паровоз. Давай, давай, Сиджи, жми на газ. Ух ты ж, мать твою, не удержался. Блин, он снова нырнул в тоннель. Ладно, поедем по пересеченной местности. Напрямки, как говорится. Чем черт не шутит. Хотя нет, это плохая идея, ребят. Вот какого хрена? Какого хрена, спрашивается, я полез, блин, вылез с ЖД-дороги. Можно было просто ехать спокойно за ним и все, и вообще голову себе не греть. Зачем мне вот это надо было, а? Поезд прибыл. Ну отлично, чё? А я-то еще не прибыл. Нервометр. Он не начнет ни о чем подозревать. Я, блин, нахожусь в 100 километрах, наверное. Ай-яй-яй, от него. Давай, давай, садись, дорогой. Садись, мой хороший, давай. Это тупик, что ли? Нет, это не тупик, слава богу. Это просто плохая графика. Он отсюда вылезет, да? Я понял. А нам интересно, надо туда спуститься? Беги, беги, сука. Интересно, он не будет подозревать такого человека, который стоит на улице, блин, на каком-то там, типа, постаменте, фундаменте, я не знаю, этого здания. То есть, те, кто подходит к нему близко, того он подозревает, а кто вот так вот шарашится рядом с ним по крышам, это как бы, ну, это нормально. О! Спасибо, сэры, кто бы вы ни были. Да вырубись ты. Сел в такси. Вряд ли такси куда-то поедет. Потому что, блин, там ДТП серьезное образовалось. Ты слишком отстал, да ёп. Начинается вот это вот. Угу. Нормуль, нормуль, нормуль. Маме своей пибикать будешь, козел. Ну просто бесят, реально, ребят. Кто-то визжит там еще. Алло, это полиция вообще-то пропускать должен. А, ну хотя я без включенного маячка и светового сигнала. Ладно, ладно. Нехило так такси-то это гонит. Куда он? Чё он делает? Я не понимаю. Он чё творит, блин? Надо было Яндекс вызывать. Вызвал Uber, блин. Водить вообще не умеют ни хрена. И как он меня может заподозрить? Я на полицейском... А, ну хотя полицейские это предатели, естественно. Совершенно естественно, что он подозревает именно полицейских. Следы заметает, судя по всему. Смотрите, какими какие круголя он тут нарезает. Вот стопудово заметает следы, скотина. Хочет меня обмануть, налюбить меня, сволочь. Ну, хотя почему он сволочь? По идее, он мой непосредственный союзник. Который бы помог упрятать пуласки и темпани за решетку. А может быть, даже посадить на электрический стул. Но так как Сиджи это безяйцевое существо, то он, естественно, идет у них на поводу.
Но я преувеличиваю, ребят. У этих дегенератов брат Сидже. Такой же дегенерат, как и он сам. Но, тем не менее, это оправдывает его действия и, ну, естественно, мотивирует его работать на Пуласки Стэмпани. Здесь каких-то огромных дыр сюжетных, слава богу, нет. Ну, по крайней мере, я так считаю. Здесь даже уважения не дали. Просто сказали, что миссия выполнена. Ну это вообще зашквар. Что за бред-то, блин? А где же уважение? Ну хотя они нас не уважают, эти два дебила. Тащим-то мы их тоже, но тем не менее могли бы отвалить маленечко. Маленечко уваги. А, теперь надо из этих пердей как-то выбраться. А как это сделать? Сделать это лучше всего, наверное, на самолете. Ну, да, нам сюда. Поехали, пацаны. Самолетом полетим. Главное, чтобы Беларусь его не посадила. В случае чего. А то Лукашенко нам задаст за то, что мы творим. Хотя вот Лукашенко бы, например, быстро разобрался с этими двумя продажными копами. Быстро бы нашел им свободные места. Сами знаете, в каких местах. В не столь отдаленных, вы совершенно правы. Билет не очень, не должен быть очень уж дорогим, насколько я помню. Потому что ехать на тачке там, ну или на мотоцикле еще. Да ё-моё, ты чё, ты смотришь вообще, куда ты едешь? Твою-то мать-то. Чё ты сказала? Иди сюда. Ты чё вылупился? Чё ты вылупился? Куда? Всё, ты больше не будешь ходить в походы. Турист, походу, был. Потому что у тебя ноги прострелены. Поехали отсюда. Сам ты эсхол, урод, блин. Так, 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 желающие сатисфакции. Всё, 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 пацаны, я отваливаю отсюда, извините. Нет, ну, я там был прав, как бы. Ну, тут и я не думаю, что у кого-то возникают какие-либо сомнения по поводу моей правоты. Я считаю, что я там был прав на 100%. И куда нас привела, мать ее, игра? Это какая-то обсерватория. Нахрена нам она? Поехали, давай. Хорош разговаривать, Сиджей. И так опять, блин, полгорода на ноги поставил. Своими выпендрежами. Я вижу аэропорт. Какой мудила поставил этот забор? И почему я не могу его, ну... проехать, так сказать? Ой, как больно. Вот, вот эта внимательная женщина сразу же остановилась, увидев человека. Вы чё, не видите? Вы чё, не видите, уроды? Как вы ездите вообще, а, козлы, блин? Дерьмоеды. Выбирай себе любую, бабушка, машину. Но я считаю, что я их наказал по поступкам их. А вообще, по большому счету, мне бы хотелось самому на самолете полететь. Ну, понимаете, да? Я не хочу, чтобы им управлял какой-то там пилот вонючий. Я хочу сам. А как это сделать, ребят? Как проникнуть на территорию аэропорта без летной лицензии? Есть идеи? И у меня нету.
Но мы не допрыгнем до туда, по-любому. Нужно либо какой-то залаз другой искать. Ну, либо, я не знаю, тачку сюда это. Чё? Чё? Давай, давай. Я даже кулаки чисто возьму. Давай, чё? Давай! Панталоны твои вижу, дура. Это еще не все. Все, позвони теперь своему мужу. Знаете, есть такие бабы, короче, за рулем. Творят вообще вот лютую дичь, просто лютейшую. Начинаешь ей как бы говорить, ну, мол, дорогая, ты чё творишь? Она такая, я сейчас мужу позвоню, он приедет, тебя размотает. Ну, то есть, совсем адекватности нет. Ей, как только появляется муж, пропадает адекватность. Поэтому жениться нельзя ни в коем случае. Я, кажется, залаз нашел тем временем. Опачки. Что это у нас тут? А это у нас тут аэропорт. Хе-хе, ребята. Сегодня исторический день. Сиджи летит на самолете. Как вы знаете, Сиджи, он человек... Во-первых, с высокими интеллектуальными способностями. Во-вторых, с золотыми руками. Потому что он умеет управлять и самолетами, и вертолетами, и автомобилями, и мотоциклами. Он умеет стрелять из всех видов оружий. Это не человек. Это сверхсущество. Ну и где, блин, достойный сам... Не на этом же говне лететь, ё-моё. Ну они что, угорают, что ли? Ладно, будем использовать это говно для поиска достойного самолета. Додо. Из третьей части. Только здесь он летает. Ну, правда, плохо, но... Нормально, нормально. Ой-ой-ой! Сиджей! Беги, дорогой! Ох, я так испугался за его жизнь, а это говно даже не взорвалось, блин. Ну, ё-моё. Стой, 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 стой! Эй, эй! 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 Ребята, подождите! Отлично. Теперь у нас есть наземное транспортное средство, на котором тащим-то и надо бы отправиться в другой город, но... Это было бы слишком просто. Слушайте, надо этот самолет убрать отсюда. Он же может вызвать какую-нибудь авиакатастрофу. Ни в коем случае вот так не делайте, ребят. Ни в коем случае не паркуйте самолеты прямо на взлетно-посадочной полосе. Смотрите, как офигительно физика. У него даже колеса не крутятся. Да вы что, угораете, что ли? Да. Ты хочешь что-то прозвенеть мне? А? Звенит еще мне тут. Все, поехали. Давай, давай, давай. Погнали. Меня научили быстро ездить на велосипеде, так что я теперь король. Ну и осталось найти место, где нам взять самолет. Давай, раскручивай, крути педали, скотина, давай. Ни одного вообще самолета нет. Где они все? Это уже конец взлетно-посадочной полосы. Правильно же я понимаю? Давай. О! О! Вот это по-нашему. Суперджет. Суперджет. Надеюсь, сборка не российская.
Шамал. Тоже не крутятся колеса. Как они проверяют вообще самолеты перед вылетом, а? Ну все, ребят, сосредоточимся теперь. Так, небольшой туман. Поврежден один двигатель, но мы летим. Нормально, нормально, нормально. Шасси. Шасси убраны. Ну что ж, дамы и господа, мы взлетели. Я рад приветствовать вас всех на борту. Си-Джей. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! И направляемся мы к прекрасному нашему товарищу китайцу. В Лос-Сантос. Правильно ли мы летим? Да хрен его знает. Но судя по тому, что нам показывает карта, правильно. Нормально, нормально, нормально. Немного пониже надо. Чтобы полюбоваться городом. Который проплывает под крылом самолета. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Как так-то? Почему прорисовка такая идиотская? Нормально, нормально, ребят. Сейчас все будет. Мы асы просто. Смотрите, 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 смотрите. Это просто, это трюк из трюков был сейчас только что. Смертельный. Никогда не повторяйте в домашних условиях. Мы пролетели под линией электропередач. Нет, ну Сиджи, конечно, мастерский. Мастерский пилот. Отлично. Мы прибыли на место. Теперь осталось посадить. Так, вижу, где... Нет, там не надо посадить. Там не надо садить. Найс. Надо где-то место посвободнее выбрать. Здесь везде здания. А тот ли это город? Вот еще в чем вопрос. Я что-то не узнаю вас в гриме, как говорится. Надеюсь, что это тот город. Вижу, вижу, вижу место для посадки. Отлично. Иду на разворот. Нормально, нормально, нормально. Где это место? Я же его видел. Потерял, потерял место для посадки. Придется прыгать, наверное. Отлично. Отлично сработано. Сели мягко. И прямо возле китайца. Что не может не радовать. Погнали, сохранимся и попробуем... Попробуем к китайцу сходить. Может быть, он нам выдаст миссию. Может быть, наш объем легких уже достаточен для того, чтобы доверить нам сверхсекретное задание. Проулком мы здесь не пробежим, да? Давай, давай, беги. Помял кому-то машину. Сделал, как говорится, гадость, на душе радость. Так, с 20.00. Ну, я так и думал. Я прям перед тем, как подбежать на красный маркер, вспомнил, что он не выдает задания нам в дневное время. Ладно, приедем вечером, ничего страшного. Погнали к Зеро. К этому воспитанному интеллигенту. Задроту геймеру. Уж он-то точно не откажет нам в задании. Тем более под такую заводную музычку. И на таком офигительном пикапе. Да что ж ты потерялся-то так? Курьерские поставки. Эй, Z, где ты? Go away, Carl. I'm very, very busy back here. Top secret stuff, так, not так, for так. Your eyes. Ага, что он там дрочит, что ли? Come on, homie, where are you? I said go away, Carl. I don't need any friends today. Thank you. Then them some pretty strong draws. Yes, my hero. Carl, he came back and слава богу, хоть не мастурбировал. I shall probably turn to prostitution now, where I will be found dead.
проституцией ты будешь за... Не, чувак, на тебя не клюнут. Даже такие, как Темпани, они на тебя не поведутся. Contemplating my inadequacy for nearly 2 hours. Ow, my crack. Look, you gotta get even, homie. What kind of weapons you got? I've got a prototype of a miniature plane. Huh, well, with that plane, we gonna go humiliate Burke. Okay, cool. Man, this ridiculous. Может, мы его просто расстреляем, Сиджей, да и все, и дело с концом. Well, we shall hit him where it hurts the most. Bring his mail order model business to its knees. Мне бы вообще хотелось бы просто как бы его расстрелять, а не заниматься вот этим. Итак, я испытываю, знаете ли, некое дежавю. Я думаю, что многие понимают, о чем я говорю. Ладно, нормально. Мы короче, это, сделаем из него наземный транспорт. Все окей, все. Вот так. Благо, что эти черти очень медленные. Блин, вот дерьмоед, а. Осталось 4. Ну чё, всего ничего. При этом левая кнопка мыши является самоуничтожением. Чё за бред? Или правая кнопка мыши самоуничтожение? Ладно, не суть. Я сейчас жал только что на левую кнопку мыши и не уничтожился. Какое же здесь управление душно. Я вижу его. Давай вниз. Говно на палке. Отлично. Эти самолетики, по-моему, даже хуже, чем в Vice City. Найс. Отлично. Тихо. Просто под... В смысле самолет уничтожен? Я вот сейчас я вот этого вообще не понял. Я не понял этого мува сейчас. Почему самолет вдруг стал уничтожен? Да давай же. Поехали. Тихо, надо прицелиться. Левый контрол, все правильно. Отлично. Ну уже, разворачивайся. Тихо. Здесь всего один самолетик нам дается. Нормально, пацаны. Топливо есть. Второй курьер совсем близко, так что все окей. Блин, копов бы только не зацепить. А то потом греха не оберешься. Да что ж такое-то? Почему такое управление-то кривое, косое? Да ё-моё! Жопа горит, если честно, ребят. Блин, этот на велосипеде. Поворачивай! Как ему там весело, этому, блин, Зиро. Нормально пока. Давайте, наверное, взлетаем. Блин, там трамвай был, офигеть. Я чуть не стал жертвой трамвая. Пацаны, трамваи опасны. Предлагаю запретить трамваи. Короче, новое движение будет у нас. Запретим трамваи.
Ну, они же как бы запрещают компьютерные игры. Как только дебил, блин, с шизофренией зайдет в школу, ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? Они сразу же начинают... О, компьютерные игры надо запретить. Вот я предлагаю запретить трамваи. Трамваи опасны, реально. Что-то как-то оно это... Не приближает нас к соперникам. И прорисовка такая, как будто я не на видеокарте за 200 тысяч играю, а, блин, за... А на Денди нафиг. На 8-битной приставке. Садимся. Найс. Хоть так. Да блин! Грёбаный таксист, а! И таксистов я предлагаю запретить. Они тоже опасны. Они еще и разделились. Да как... А, нет, это другой. Ладно. Я, конечно, понимаю его желание палить по таксисту, но нам надо вот по этим уродам палить. Отлично. Да уроды, вы чё вы творите-то, блин? Почему вы мне лезете все время в душу-то? Вот говнари, а. Вот же ж говнари-то, а. Какого хрена они такие быстрые? Они всегда были медленными. Специально для таких аутистов, как я. А теперь они вдруг летают на своем этом мотоцикле или на чем они там ездят. Еще и, блин, поворачивают постоянно. Давай, да нет, нет, нет! Прошу тебя, только не взрывайся, говно вонючее. Какой отвр... Блин, они в круговую... Блин, да я запутался, нахрен! Господи, ну как, какой же отврат, а? Ну, причем это, знаете, это даже не камень не в сторону разработчиков, это скорее камень в мои кривые руки. Потому что, во-первых, управление я криво настроил для полетов. Хотя, блин, на самолете я летел достаточно нормальное. Еще и, ну, на настоящем я имею в виду. Еще и выполнял при этом трюки просто лютые. А на этом дерьме, этим дерьмом я управлять не могу. Козлы, блин! Давай, 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 давай! Еще постоянно какие-то тачки, блин, тут! Да ё-моё! Да затрахали эти спуски и подъемы! Не, это невозможно, пацаны! Это просто какая-то... Это просто какое-то... Это наказание какое-то! Так школьников надо наказывать, которые двойки приносят, блин, которые учиться не хотят. А люди какие-то хотят это запретить. Да нет же, это наоборот надо разрешить. В школах это разрешить надо. За плохое поведение включать вот эту миссию и пусть человек мучается. О, это невозможно, гайс. Блин, они опять в другую сторону поехали. Да как же так? Говнари вонючие. Спокойно, спокойно, спокойно. Какое же отвратительное управление, а? Я вижу этих ублюдков. Я даже попадаю почти. Давай! Нет! Боже!
боже мой, да им невозможно управлять, о чем они нафиг? Какая миссия в жопу с этим самолетиком? Пошел в жопу, гондон! Очкастый. Лучше б помог мне чем-нибудь. Например, блин, свалил бы из этого города и оставил магазин свой мне, и все. Хотя его магазин и так мой, просто бы свалил бы из этого города. Ребят, ну это невозможно, я серьезно вам говорю. Отлично! О, все-таки мы с ними расправились, кайф. Ничего, сейчас, ребят, сейчас все будет. Мы же ассы, мы выполняли смертельные трюки на огромном самолете, а не на каком-то там игрушечном дерьме. Нормально. Ну вот с этим мне нельзя сейчас затягивать, потому что топлива очень мало. Посмотрите, что внизу происходит. Там что-то тачки переворачиваются, какой-то замес лютый, блин. Что там творится вообще? Вот взорвалась машина эта, которая перевернулась. Так. Как же он далеко уехал-то, а, козел? Нам может топлива не хватить, блин, до него. Ну, до него-то, может, и хватит, а вот на него. Мы слишком долго с этими мотоциклистами промучились. Ё-моё. Мы через весь город, по ходу дела, пролетели, да? Офигеть, офигеть. Теперь я даже сомневаюсь, что хватит топлива, ну, до него долететь. Вниз. Походу, мы близко. Я вижу его. Ну, в смысле, он уже в зоне видимости. И где он? Понял. Да давай же! Нет! Да нет же! Да... О боже, это как же ж так же что, мать твою за ногу, а? Зира, гори в аду со своими гребаными миссиями, со своими самолетиками, курьерами и прочим дерьмом. Погнали сначала на дальняк. Я так понимаю, вот этот дальняк, это он и есть. А, хотя нет, это не дальняк, ни хрена. Он уже, мы уже до него добрались. Вижу. Да ё-моё. Нам повезло, что... Это неуправляемое говнище, ребят, ну серьезно. Еще что-то с прорисовкой какие-то траблы. Блин, вот говнари вонючие, а? Отлично.
Давайте поступать стратегически грамотно и тактически грамотно. Вот так вот мы прямо и полетим. Вот так вот. Короче, курс прямо. Никуда не сворачиваем. Супер сели. Мягенько прям. Угу. Тихо, тихо, нет же! Да, это, ну, пацаны, я вам серьезно говорю, это нереально управлять вот этим вот дерьмом. Давай, поворачивай, господи. Так, этот говна где-то здесь сейчас будет. Слева покажется. Вот меня тоже, знаете, еще какой факт удивляет? Ну, вот у него простые курьеры с пушками ездят. Курьеры с пушками. А мы за этими курьерами охотимся на игрушечном самолетике, мать вашу. Да, он стреляет настоящими патронами, судя по всему. Но все равно сам факт, почему Сиджи не может сесть в тачку, как лютый такой, знаете, гэнгста с какого-то там, не знаю, гетто-района, и расстрелять его, держа пистолет, под 90 градусов, что ли, горизонтально. Но они же все так делают. Какого хрена он уселся за этот маленький говяненький самолетик и пытается, блин, валить им вооруженных мужиков? Так, нам надо левее держаться. Мужиков и баб, если быть точнее. Блин, это те чуваки на мотоцикле, да? Да, это они, бля. Это пиздец. Это они, блядь. Я их узнал. По модели их поведения. Нет, они еще в тоннель какой-то. О, жесть. Это просто жесть, ребята. Если вы хотите боль в жопе, вам обязательно надо эту миссию пройти. Особенно современному поколению, которое даже не знает, что такое GTA San Andreas. Так вот, GTA San Andreas в целом и в общем, это прикольная игруха. Но вот эта миссия, это боль в ваших жопах. Анальная. И ведь при всем при этом... сейчас мы уничтожим последнего курьера, и нам еще надо будет вернуться на базу. И должно хватить топлива. А я не думаю, что нам топлива хватит, потому что последний курьер в какой-то перди, блин. А потом еще на базе, наверное, надо будет посадить этот самолетик. И если вдруг вы не справитесь с посадкой, ну все тогда. ГГВП. Да что? Что это такое? Почему прорисовки нет? Я не понимаю. О, господи. Давай уже, взрывайся, отлично. О, мать твою, это жесть какая-то. Просто жестяная жесть.
облетим этот небоскреб. Так, слушай, очкарик, заткнись, мать твою. Я тебя приду, я тебе точно башку снесу нафиг. Я просто худею с твоих миссий. Где там эта взлетно-посадочная полоса его? Блин, мне реально требуется успокоительное после этой миссии. Я, наверное, сегодня нажрусь. Как свинья. Ну, хотя я и так каждый день нажираюсь, как свинья. Угу, вижу, вижу. О, господи. Чем пахнет вот? Нет, блять, это не запах победы, это запах моего сгоревшего пердака. Ладно, хотя бы 5000 отвалил, хотя я считаю, что это очень мало. Надо срочно сохраниться. Ездить научись, козел, блин. Ты меня сбил, урод. И бабки я твои заберу. Отлично. О-о-о, горят наши жопы. Наши жопы в огне. Тихо, тихо, тихо. Блин, а еще же нас ждет автошкола. Вот где по-настоящему пердак сгорит. Даже нет. Не автошкола, летная школа. Летная. Вот там-то да. Вот там будет настоящий праздник, блин, анальной боли. Отлично. Я прям испытываю, знаете, некое... прям облегчение, что ли. Ладно, на сегодня достаточно. Спасибо огромное за просмотр. Продолжаем потихоньку двигаться по сюжету GTA San Andreas. Еще раз прошу прощения за мою эмоциональность. Вам же советую обязательно оставить комментарий, чтобы пообщаться, поспорить о чем-то, подискутировать, ну и так далее и тому подобное. Поставить лайк, дизлайк, в зависимости от того, понравилось вам это видео или нет. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал и прожимайте колокольчик. За сим все. Всем удачи, здоровья, пока и до скорого.